Когда ты пишешь треки, ты не думаешь о том, что ты хочешь быть триумфатором. Ты просто пишешь трек, потому что он у тебя пишется. Ты можешь с точки зрения других людей находиться в зените и на пике, и это твой триумф, а ты, ну, во всяком случае, я. Мне сразу начинает хотеться чего-то другого, я понимаю, что где-то еще не дотягиваю.